Активная и целеустремленная молодежь Ленинского округа без дела не сидит, а в свободное от учебы время трудится на различных мероприятиях. Такую возможность им предоставляет досуговый центр «Энергия». Зарабатывать школьники могут круглый год. Контракт с ними заключается на 2 недели, за которые ребята получают порядка 3000 рублей. К этой сумме 1500 добавляет центр занятости. Работает молодежь трудовыми бригадами. Берем ребят от 14 до 17 лет из Ленинского района. Находятся они преимущественно при помощи центра занятости, также социальных сетей, звонков, возможно. Их могут попросить, например, из администрации, какие-то сторонние организации просить нас, чтобы мы предоставили им в качестве поддержки. Труд школьников полезен на крупных массовых мероприятиях при проведении детской анимации и субботников. Мне это очень нравится. Я, например, ухожу на разные мероприятия, а не сижу дома. И за это мне даже деньги платят, это самое главное. Не сидите дома, лето все-таки. Надо ходить, работать. Да, работать, так сказать. Сейчас в базе досугового центра «Энергия» порядка 200 школьников, а за год сюда трудоустраивается более 500 человек. Одно из последних мероприятий, где работала активная молодежь, это празднование Дня семьи, любви и верности. Ребята раздавали гостям воздушные шары.